Проект «Код будущего» направлен на подготовку одаренных школьников 8-11 классов по языкам программирования. Всего текущий банк программ Томского госуниверситета насчитывает 9 программ по разным направлениям. Это и обучение языку программирования Python, C-Sharp, SQL и так далее. Ключевые тематики, которые мы предлагаем для школьников, это обучение детей разработке 3D-игр, это решение математических задач на языке Python, реляционные базы данных и многое другое. Юный Android-разработчик. Отличительными чертами наших программ является то, что дети на выходе обучения программ выдают не просто какие-то теоретические знания, но и выдают конкретно разработанные продукты. Это может быть какая-то игра, это может быть какое-то приложение, это может быть какой-то другой практический продукт. Ключевая задача проекта «Код будущего» — это вклад в достижение технологического суверенитета Российской Федерации. Предлагаемый банк программ рассчитан на онлайн-формат. У нас нет никакого территориального ограничения. Весь учебный процесс подстраивается под те часовые пояса, в которых находится ребенок. Мы делим образовательный процесс на азиатский часовой пояс, на европейский часовой пояс. У нас есть институт кураторов, который входит в образовательную программу, который мотивирует ребят посещать занятия, который вдохновляет их на то, чтобы дойти до конца, на то, чтобы не остановиться и не бросить, потому что у ребят есть вот эти проблемы с мотивацией к посещению. Мы продумываем систему мотивации, которая заключается не только в системе доп. Баллов, но и также в внедрении в образовательный процесс элементов геймификации.